ручной миксер с двумя парами насадок, 5 скоростями и турборежимом. Сегодня в обзоре миксер HR3705 Daily Collection марки Philips. Посмотрим, что он из себя представляет. Вместе с миксером в комплект входит два венчика, два крюка для замешивания теста, инструкция и гарантийный талон. Корпус сделан из пластика, а насадки из нержавеющей стали. Прибор достаточно компактный – 18 см в длину и 8 см в ширину. Вес прибора всего 850 граммов. Сверху эргономичная ручка, на ней расположена кнопка отсоединения насадок и переключатель скоростей. За ними сетевой шнур длиной 120 см. Для его хранения предусмотрен фиксатор. Всего здесь 5 скоростных режимов, а турборежим пригодится для быстрого подмешивания или взбивания ингредиентов. Мощность прибора 300 Вт. По бокам расположены вентиляционные отверстия. Снизу отверстия для насадок. К миксеру прилагаются венчики для взбивания и крюки для замешивания теста. Конусообразные плоские венчики, по словам производителя, совершают на 20% больше движений, поэтому замешивают воздух в ингредиенты интенсивнее, и текстура продукта получается пышнее обычного. Насадки можно мыть в посудомоечной машине. Подведем итог. Миксер Philips HR3705 Daily Collection станет хорошим помощником для тех, кто часто готовит десерты, соусы и выпечку. А 5 скоростей и набор насадок помогут справиться с ингредиентами разной консистенции.